Встреча моей любви с нашим между. Услышала наше между на днях в новостях по ТВ, что на северо-востоке можно увидеть прекрасную комету. Нечастое событие. Вышла между вечером на улицу, смотрит-смотрит на север, смотрит-смотрит на восток. Ничего не видно. Досадой решила влезть на крышу. И вот чудо. Видит в небе прекрасная комета с длинным шлейфом. Все как положено, но не летит, а стоит на одном месте, как звезда. Но это такая близкая звезда по сравнению с другими. Можно и руку протянуть к ней, и даже потетёшкать ее в своих ладонях. Главное – занять правильную позицию и даже салфануться с ней на руках или на плече. Мол, моя совсем и ручная, как белка. А моя любовь нежно поглядывала со своей космической высоты на одинокую фигурку на московской крыше, которая протягивала к ней свои руки, посылая мощный луч своего внимания, который делал ее видимой, восхитительной и недоступной. Встреча моей любви с нашим между.